И говорит, далеко от Истры был дом, его надстроили, пристроили газобетоном. Дом оказался холодным. В этом году его утеплили фасадным пенополистиролом по СБС 25F. Приклейка производилась на клей пену из Т-84. Дальше наносили клей из Т-85, в него втапливали фасадную стеклотканевую сетку, кварцевую грунтовку из Т-16 и декоративную штукатурку. Все декоративные элементы выполнены из пенополистирола, обработаны базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой. Причем сетка использовалась архитектурная. И нанесли декоративную штукатурку. Вот как выглядит фасад. Конечно, снежок идет, но что делать. Такая вот красота. На фасаде камешковая декоративная штукатурка и декоративная штукатурка, имитирующая фактуру каменя. СТ-77. Так называемая мозаичная декоративная штукатурка. Вот как она выглядит. Получился достаточно интересный, оригинальный домик. Очень интересное архитектурное решение. Дизайнер поработал неплохо. Вот решение цокольной части. Дом стоит на уклоне, поэтому было принято решение не гнуть карнизы, а сделать их ступеньками. Получилось очень интересное решение. Дальше оно будет продублировано уже в отмостке.